Ребята, всем привет! Вещаю я, как обычно, из Японии. Вот, хотел бы такой момент рассказать. Последние полтора месяца загружаю ролики. Я их снимаю в 4К, монтирую 4К 60 кадров, то есть высокоэффективное видео. Съемка была на iPhone. Вчера я начал снимать на DJI Pocket 2. Купили новую камерку, она тоже 4К 60 кадров снимает. Но появился казус. Оказалось, что все ролики, практически все, кроме одного, загрузились на YouTube в качестве 1080. 1080 это очень маленькое качество. Там ролики там, по 20 гигабайт, очень тяжелые. И качество должно быть идеально. Давай выяснять, смотреть ютубчик, гуглить. И оказалось, всего лишь после обновления студии YouTube в мобильное приложение сбились настройки, и у него стояло автоматически загружать в 1080 в качестве. Я думал, проблема какая-то в самом YouTube. А это всего лишь настроечки. И теперь дилемма такая. Переделывать обратно все ролики, потому что исходники я поудалял с телефона. Есть только некоторые проекты в монтажной программе. Как думаете, стоит сейчас все обратно перезаливать, оставить те в 1080 и залить еще те же самые ролики, только в формате 4К 60 кадров? Вот, в высоком качестве. Напишите, пожалуйста, свои комментарии. Очень важно для меня сейчас, стоит ли перезаливать, столько времени тратить, потому что времени на это потрачено очень много. В 4К вообще сложно грузить. У нас еще интернет такой не очень медленный, я бы сказал, по сравнению, чем с Россией. Вот. 5G здесь нет, у нас в гостиницах тоже не везде было 5G. Поэтому очень много времени занимало на перезаливку именно самих роликов. Давайте проголосуем за, против. Пишите, пожалуйста, комментарии. Вот, кстати, сейчас снимаю на 13 iPhone в режиме киноэффект. Самый максимальный, по-моему, режим с микрофончиком, с радиопетличкой. Вот, оцените качество видеозвука на этом примере. Конечно, Pocket 2 не дотягивает, далеко не дотягивает. Но есть свои плюсы и свои минусы, как говорится, идеального ничего не бывает. Так что пишите комментарии. Спасибо, кто посмотрел этот коротенький ролик. Пишите комменты, стоит ли перезаливать заново все ролики по Японии практически. Вот, либо оставить как есть и делать проекты дальше. Материал пока еще есть, мы пока еще в Японии, есть о чем снимать. Спасибо всем, кто посмотрел, спасибо всем, кто ответил заранее. Ну и, как всегда, жирный-жирный лайк ставим. И кто не подписан, подписываемся на каналчик и ставим колокольчик, чтобы вам приходили оповещения, что у нас вышел новый ролик. Все, всем спасибо, всем пока.